Основная цель лыжного пробега, конечно, это является популяризация службы в армии, вооруженных сил и силовых структур, популяризация наших учебных заведений военных, патриотического воспитания молодежи, ну и, конечно, сохранение исторических ценностей в связи с тем, что мы не забываем нашу 30-ю отдельную лыжную бригаду, которая формировалась у нас в городе Калачинске. Они сыграли важную роль в будущей наступательной операции на Курской дуге.